Здравствуйте, товарищи курсанты! Здравия желаю, товарищи полковники! Для этих ребят слова «патриотизм», «родина», «история родной страны» имеют особое значение. Каждый из них однажды решил связать свою жизнь с военно-полевыми сборами, рукопашным боем, альпинизмом. Всему этому молодые люди учатся в военно-патриотическом клубе «Разведчик». В основном занимаемся десантной подготовкой, также ездим на соревнования по военно-прикладному искусству. Вот в последний раз в Глазов ездили на «Арсенал». Очень понравилось. Ребята проводят по правде там всероссийские сборы, причем именно организуют союз десантников в большинстве случаев. Такие вот. По крайней мере, то, что в Нижегородской области и в Удмуртии две больших вещи. Разница прям. У нас вообще ничего не делается, там делается как бы очень хорошо. Александр занимается в клубе «Разведчик» 4,5 года. Сюда молодого человека привел двоюродный брат. У Александра есть мечта закончить школу и поступить в военное училище. Научился я здесь очень многому. Например, тому же альпинизму. Вот мы ходим каждые выходные на пожарную часть, с вышки спускаемся. Да так еще на сборы ездим. Военный патриотический клуб «Разведчик» на базе центра внешкольной работы существует более 20 лет. Сейчас его посещают ребята в возрасте от 5 до 18 лет. Заниматься спортом и армейской подготовкой юным армейцам нравится. У каждого есть любимые упражнения. Мне нравится делать жучка, прыгать на лестнице, делать кувырки. Мне больше всего нравятся кувырки и джамба. А еще приседания и пресс. Также в клубе ребята узнают истории нашей страны и активно занимаются спортивной подготовкой, учатся выживать в полевых условиях, ориентироваться на местности. Занятия у нас бесплатные, да, свободные посещения. Мы занимаемся с понедельника и включая субботу. Мы очень рады, чтобы к нам дети приходили, и мы с ними занимались. Посетители стать участником военно-патриотического клуба «Разведчик» может каждый желающий до 18 лет. Достаточно просто прийти в клуб здоровья Носилкина 10/1 или написать в сообщение группы. Ирина Вышегородцева, Андрей Махмудов, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.